В Москве завершились испытания комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений, штрафующих водителей за непристегнутые ремни безопасности и использование мобильного телефона во время движения. 8 таких камер работали в пробном режиме с февраля. Штрафы автомобилистам не выписывались, ведь система только училась безошибочно выявлять нарушения. По итогу эксперимент признали успешным. Комплексы получили одобрение контролирующих органов, и совсем скоро они начнут работать полноценно. Современная дорожная камера способна делать до 25 высококачественных снимков в секунду. Все эти материалы обрабатываются нейронной сетью. Нейросеть, работающая в Москве, способна безошибочно определять руль, руки, телефон в руках водителя или непристегнутый ремень безопасности. И если с ремнями безопасности все более-менее ясно, то что понимается под использованием мобильного телефона? Станут ли наказывать за навигатор или короткую смс-ку? ПДД накладывают запрет на смартфоны за рулем в принципе, а потому новые камеры фиксируют все. Не только те случаи, когда гаджет приложен к уху водителя, но и когда он просто лежит в руке. В ЦОДД утверждают, что комплексы, сделавшие более 1000 пробных снимков в тестовом режиме, не должны совершать ошибок. Однако, если камера перепутает телефон с каким-либо другим предметом или ремень спрячется на одежде темного цвета, сомнения обещают трактовать в пользу водителя. Любые сомнения в отношении виновности водителя будут трактоваться в пользу последнего. Таким образом, к постановлению будут прилагаться фотографии, на которых будет четко видно, что водитель использует телефон, держит его в руках, или у него не пристегнут ремень безопасности. При этом лицо будет размыто, это нужно для защиты персональных данных, но, тем не менее, доступ к оригиналу фото будет у сотрудников ГИБДД. Точные сроки запуска комплексов, фиксирующих непристегнутые ремни и использование смартфонов, ЦОДД пока не называют, как не раскрывают и адреса установки новых камер. Напомним, что сегодня, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей, а за использование мобильного телефона во время движения – 1500. Оба можно оплатить с 50% скидкой в первые 20 дней с момента вынесения постановления.